В Химкинской галерее современного искусства «Мост» открыли выставку живописи «Ландшафты». Свои работы представил целый квартет мастеров. Все они пишут в разных стилях, но объединяет их стремление найти новые способы отражения жизни. Живописцы хотят прийти к истокам настоящей, хорошей, качественной живописи, но уже на современном каком-то языке в современное время. Творческие поиски химкинских и московских художников оценили и профессионалы. Выставку посетил известный скульптор из Венесуэлы. Я вижу, что экспозиция... Выставка работает со вторника по воскресенье. Вход свободный.